Я приветствую всех, кто зашел на мой канал 18 соток. И сегодня я покажу вам острый перец под названием Бабье лето. Этот сорт называется Бабье лето, как я уже сказала. Высота куста небольшая, максимум может достигать 30 сантиметров. Но у меня вырос сантиметров, наверное, 20. Кусты буквально усыпаны шаровидными плодами. Вот так красиво они растут, как цветы прям. Созревают плоды от фиолетового, кремового, зеленого, и в биологической зрелости становятся ярко-красными. Очень декоративный сорт. Я выращиваю его в огородных условиях, но он идеально подойдет для выращивания на подоконнике. Плоды, как я уже сказала, шаровидной формы, небольшие. Если вы обратили внимание, поврежденные листья есть на растениях. Мы занимаемся природным земледелием, поэтому химию не применяем. А народными средствами не всегда удается эффективно бороться с вредителями. Как я уже сказала, очень много в этом году сверчков было. Но также у нас много живет ящериц на участке, поэтому, чтобы им не навредить, не использовали никакую химию. Вот так выглядит плод перца Бабье лето в разрезе. Толщина его стенок около 3 мм. Вкус приятный, сладковатый, немного с кислинкой. Очень ароматный. И по вкусу этот перец слабоострый. От 500 до 1000 единиц по шкале Сковела. Заходите на мой канал, подписывайтесь. Буду знакомить вас с сортами перца, которые у меня есть еще.